Совершить путешествие в Бразилию, окунуться в мир карнавала и праздника смогли участники смены «Мир путешественников». Самое главное – это творческое развитие детей, чтобы дети умели вести себя на сцене, чтобы дети преподнесли себя как личность, чтобы дети показали себя и просто для поднятия настроения. В этот вечер отряды превратились в модельные агентства. Тенистая нимфа, Вива Бразилия, Жемчужинка и Голубчик. На сцене представлено 14 костюмов. Ну неужели такая красавица не заслуживает ваших аплодисментов, друзья? Все костюмы выполнены из подручных материалов. Времени на подготовку был всего один день. Образы ребята придумывали вместе с вожатыми. Вероника Полякова из 5-го отряда представляет образ бразильской невесты. Я готовилась очень быстро, потому что мы думали, что мы опоздаем, и делали, начали с вечера и стали делать все быстро. Некоторые отряды презентуют свои модели сценками. Мы попали в Бразилию. Я хочу посмотреть футбол. А сколько лет вы собираетесь здесь пробыть? Посмотрим. Что ж, Аназита, спасибо. А вы заметили мое платьишко? Да, оно очень по-мазитски. Мы сидели в кругу. Что-то вроде... Ну, я что-то сказал таким голосом. Вожатой понравилось. 10-й отряд переделал сериал «Зайцев плюс один» в бразильское модельное агентство «Педро плюс один». Привет, Педро. Ну-ка, расскажи нам немножко про свою историю. Почему ты оказался на футбольном поле? Я хотел поиграть в футбол. Поиграл? Нет. Итак, ребята, а знаете, почему наша модельерная компания называется «Педро плюс один»? Хотите узнать? Итак, смотрим! Я играю роль Хулио. Это такой мачо, скажем так, который брутальная сторона Педро. Впереди у ребят еще много путешествий. В арабские страны, Индию, Францию. К концу смены глобус путешественников будет отмечен всеми континентами.